Регламента я лично до конца не знаю. Я знаю, что этот турнир нужен, называется «Лига мечты», проходит среди команд детских домов Подмосковья. Назвали этот турнир репетицией Кубка Конфедерации, потому что ребята одеты в формы команд и названы так, как будут называться участники Кубка Конфедерации. Всем хочется приобщиться, конечно, к прекрасному, приобщиться к своим кумирам, поэтому пускай ребята, тем более из детских домов, порадуются. Кто-то станет Криштиану Рональдо, кто-то станет игроком сборной Чили, там, Видалем или еще кто-то. Кстати, я сегодня с утра уже был на тренировке сборной Чили. В общем, Кубок Конфедерации у нас уже начался на этом стадионе. Но играют один день, да? Да, играют один день. Сегодня все приурочено к открытию стадиона. Стадион на самом деле находится на балансе Центра физкультуры и спорта, Департамента спорта и туризма города Москвы. И сейчас он восстанавливается. Вы увидите качественное поле, которое здесь лежит. Все помнят, что действительно на этом стадионе играла легендарная команда «Асмарал». И давно пора было этот стадион восстановить. По крайней мере, может быть, кто-то из правительства будет играть на этом поле и будет чаще обращать внимание на футбол, на детские дома, на детские футбольные школы, тем более в преддверии чемпионата мира и во время конференции. Ну, и еще один вопрос, если можно. Турнир, он не межконтинентальный, но можно считать, что интернациональный, потому что, если не ошибаюсь, доход, да, все средства будут направлены в помощь детям, детдомовцам, инвалидам и малообеспеченным, не только задача России, но и стран Евразийской Украины. Безусловно, даже это задача фонда, и я благодарен фонду, и, конечно же, необходимо развивать это направление. Мы всячески поддерживаем со стороны Российского футбольного союза всякого рода помощь детям, людям из детских домов, и тем более, что это не только наши российские дети, а действительно дети из стран, участниц Кубка Конфедерации в том числе. Еще вопрос. Улыбочки.